Ограничительные мероприятия, введенные в ЕАО из-за распространения коронавирусной инфекции, продлили до 14 июня. Решение об этом принято на очередном заседании оперативного штаба в связи с неготовностью области к первому снятию ограничений. Коэффициент распространения болезни не должен быть больше единицы. Основными условиями к первому переходу, к первому этапу является устойчивая тенденция к снижению заболеваемости по основным критериям. Это коэффициент распространения, наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования. На 29-го коэффициент распространения инфекции у нас составил, к сожалению, 2,7. Наличие свободного коечного фонда более 100%. Показатель тестирования 124,2. При необходимом 70. Здесь у нас все хорошо, по этим показателям по-прежнему идет. По последним данным, в области зарегистрирован 301 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. 3 летальных исхода, 196 человек выздоровели. За весь период зарегистрировано 6 крупных очагов инфекции. 3 локализовано, 3 продолжают действовать. Инфекционная и областная больницы, а также исправительные учреждения УФСИН. В 2 инфекционных госпиталях находится 62 человека. Коечный фонд занят на 34,4%. Инфекционная больница – это всего 37 пациентов, из них 25 с верифицированным диагнозом коронавирус. И, соответственно, Облучинская больница находится всего 26 человек, из них у 17 выявлен коронавирус. Чаще всего случаи инфицирования продолжают появляться среди членов семей и в ближайшем окружении уже заболевших. По-прежнему больше всего зараженных относятся к возрастной группе от 30 до 49 лет, более 45%. Андрей Кирюшин, Андрей Терехин, Новости 21.